Клуб «Западная башня», 22 года, в общем-то, моей жизни, 17 лет. То есть, ну, есть, не знаю, семья, работа и есть вот это хобби. То есть это вот одна, наверное, из трех составляющих вообще всей жизни. Здесь, в общем-то, все близкие люди, хорошие друзья, проверенные уже, ну, там, не в одной жизненной ситуации, там, так сказать, на слом, на излом. И, ну, само дело, которым мы занимаемся, тоже, как бы, очень, ну, дает много эмоций, да, дает какие-то собственные, ну, в общем, позволяет по-особому взглянуть на жизнь, на окружающий мир, я не знаю, там, на природу. В общем, есть работа и для головы, и для рук. Ну, и, говорю, самое главное, это та атмосфера, да, в коллективе, которая вот сложилась, которая есть, я, дай бог, надеюсь, что будет, с которой позволяет, ну, реализовывать сам, там, вот самые разные проекты. Вот мы там можем видеть деревню, да, там, вот кто-то там воюет, там, не знаю, в топовом составе России, там, кто-то что-то еще. Вот, на все, как бы, вот хватает сил, да. Поэтому, ну, в общем, если говорить коротко, то действительно просто вот одна из трех важных составляющих моей жизни. То есть и голове, и рукам. Пожалуй, как-то так.